Казус с казахстанским гимном произошел на чемпионате мира по боксу среди женщин в Южной Корее. Во время награждения Назым Казайбай, завоевавший золотую медаль весовой категории до 48 килограммов, прозвучал старый гимн нашей страны. Подмену спортсменка и многочисленные болельщики, если и заметили, но виду не подали. С первых и до последних секунд награждения чемпионка простояла с рукой на груди, а кто-то из фанатов даже подпевал. Кто виноват в случившемся, неизвестно, но, по всей вероятности, ошиблись организаторы. Случившийся казус также никто не комментировал. Напомню, что подобное с казахстанским гимном происходит не в первый раз. Такой инцидент был на чемпионате мира во Франции в 2011 году. Тогда под звучание старого гимна золото получала Зульфия Чиншанло. Совсем недавно эта же композиция прозвучала на чемпионате мира по волейболу среди женщин в Вероне. В сентябре этого года оконфузилась администрация Дворца спорта имени Балуана Шулака на открытии матча между хоккейными командами Алматы и Бейбарыс. Также играл старый гимн. А настоящий скандал с подменой гимна произошел в Кувейте на международном чемпионате по стрельбе. При награждении казахстанской спортсменки Марии Дмитриенко организаторы по ошибке включили пародийный гимн из фильма «Бурат».